А топором умеешь махать, а? Никогда не забуду, что ты для нас сделал. В общем, захотелось отправиться в Тусент. Самое главное, это квест. Чтобы открыть мутацию. Перед этим, конечно, хочется скинуть умение. Вот эти, я думаю, не вкачивать, и 3 очка как бы будут. Как раз в вихрь. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Вечный огонь с тобой. Они обезумели, ведьмак. Они сошли с ума. Теперь они не люди будут жечь. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересно. Покажи. Вот, кстати, 2-я книга по квесту. Где остальные, я не помню. Бывай. Так, ну это обязательно.
Ну тут обычно на масло я беру как проходной талант 2. Для диалогов оставить можно. Можно, кстати, кинуть в бессмертие. То, что щит пробивает, это круто. Сил нет.
Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? О! Что-нибудь не крутись тут! Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Гер. Может и пригодится вот это сопротивление. Будь здоров. Официально. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Вильтрон. Геральт! Собственной персоной. Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь. Ибо скоро настанет конец главенству бесправия. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмерин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пирак-Пиран и Пальмерин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаимна. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастий, из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань, и мы с Мельтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. То есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними? Пальмерин сперва желает воззвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Не раз и не два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства. В
выслушав слова осуждения. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали все, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Пальмерина подведет его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождем прибытия разбойников. Едут! Едут! Слышите, похоже, прибыли ваши разбойники. Так выйдем их поприветствовать. Слушайте, нечестивцы! Это он нам! Я, Пальмерин де Ланфаль, призываю вас к раскаянию. Смотритесь в ваши сердца, или вы не видите, что они черны. Вот потеха, ну дела! Не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество. Сойдите с пути преступлений, и мы оставим вас в покое. Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю, а вы еще кое-чего. Не, погоди, Зон, они такие потешные. Может, еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты, а жонглировать умеете? Или так, чтоб... Один огнем дышал, а другой пердел, а? Благородный Пальмерин дал вам шанс, а я даю совет. Делайте, как он говорит. А то что? А то будете вы драться со странствующими рыцарями на службе княгини Тусента. Они такие, как вы, на завтрак с кашей едят. Их трое? А двое в железке закованы. Вернемся-ка попозже. Баба какая-то их прислала. Выходит, мы боимся баб и скоморохов? А, оскорбили княгиню. Ай, нехорошо. Такого оскорбления мы не оставим безнаказанным. Клянусь саплей, вы заплатите за него собственной кровью. Во имя журавля, к бою, негодяи! Oh!
ноги! Ну, пиздец! Что же они не выходят? Ведь все уже кончилось, мы одолели негодяев. Освободили деревню от угнетателей. А я вас предупреждал, они боятся вас не меньше, чем бандитов. Так что на цветы и фанфары не рассчитывайте, здесь не Тусент. А, правду говорят, что на севере даже благородный поступок обращается в ничто. Время возвращаться домой. И мы вернемся, друг. Пойдем, Геральт. Мы должны представить тебе наше послание. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства княгини. Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте — это святое. Ясно. Благодетельный Геральт, усмиритель всяческой нечисти и чудовищ, кои на погибель безоружным по свету рыщут. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на наше воззвание. Спаси нас от бестии, кое кровь проливает на улицах, равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города, ее сиятельство княгиня Анна Генриетта. Ответишь ли ты на зов? Анна Генриетта правда именно так и сказала? Вообще-то она сказала привести мне ведьмака, и быстро, одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский церемонимейстер. Ну, сам знаешь. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты. Но вознаграждение уже сам разговаривай с ее сиятельством. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой месте.
Речь идет о чудовище, так? Со всей уверенностью, хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умерщвленных страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию, но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовище убило человек? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте, если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Облизится большой турнир. Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Пробовали подманить чудовище, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая, умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имение охраняла стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. О бестии же ничего не известно, кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. А вот вспоминаю я все заказы, которые получил от коронованных особ, и что-то не припомню, что после них у меня была хорошая жизнь. Надеюсь, ты не собираешься отказаться? Нет, просто воспоминания нахлынули. Княгиня, как я помню, довольно требовательна. То есть ты принимаешь заказ? Великолепно! Нужно отправляться как можно скорее. Мы долго разыскивали тебя по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. В Тусент! Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься.
И в том клянусь я цаплей. Мою госпожу! Клеем, берегись! И я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного! Она в одиночку не слишком рассудительная. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гелиом, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно. Великаны обычно избегают населенных мест.
Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильем сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей, почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгине. Шевелись, плотва! Отважный парень этот Гильем. Пальмерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. И что нам от этой работы? Горд на старости лет. В Тусенте значит родиться под счастливой звездой. Тяжко на службе с пустым брюхом.
Плотва не так быстро. Сударь, сударь, вам письмо. Мне? От кого? А вот этого не знаю. Я только доставить. Спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам. Любимый. Подозреваю, что в Тусант тебя привели более существенные причины, чем фестиваль вина. Но вдруг ты найдешь время на еще одно важное дело. Я наткнулась на упоминание о некоем профессоре Муро, ученом из Баклера, который изучал ведьмачьи мутации. Где была его лаборатория и чем он занимался, я не знаю. Вероятно, это можно найти в дневниках, похороненных вместе с профессором. Прилагаю также карту, которую нашла в той же книге. Она в скверном состоянии, но я уверена, ты сумеешь ей воспользоваться. У меня есть предчувствие, что это может оказаться важным, потому я сразу же написала тебе. Чем бы ты ни занимался, береги себя, пожалуйста. Твоя Ян. Профессор изучал ведьмачьи мутации. Дело и правда интересное. Что если кто очень злой, только очень-очень злой, то у него камень вместо сердца. Пошла! Говорит ли беда? Что алчность до денег не здоровится? Нет. Ежели кто, мол, ты богат, то может и выпить. За скандал накажут клеткой. Есть закон про это чудо. Отдохни. Надпись на старшей речи. Избавление не в Долневде, но в наших сердцах, да славится Аэлирен. Зараза, дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может, здесь еще что-то есть. Профессор мне в поисках не поможет.
Следы ног. Узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Мать, след прервался. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Йен. Кстати, эпитафия тоже упоминала Айлирен и Долневде, долину девяти. Место, отмеченное на карте, сейчас под водой. Там теперь Сансритур. Наверное, это и есть долина девяти. Попробую там осмотреться. Нашел в гробнице нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место. Thank you.
пики, торчащие из земли. У кого-то плохое чувство юмора. Похоже, кроме меня здесь есть еще кто-то. Кто очень худой, мне тут не протиснуться. Надо найти другой путь. Похоже, кроме меня здесь есть еще кто-то. Кто очень худой, мне туда не протиснуться. Надо найти другой путь.
как говорится, зараза. Сколько мне еще ждать? Thank you.
Фух.